Всем привет! С вами Ольга Сергеева и Кинотрафик. Еще об одном замечательном фильме вам расскажет сейчас юный киноблогер Коля. Всем привет! Меня зовут Коля. Сегодня я вам расскажу про очень классный фильм, который называется «Мио, мой Мио». Этот фильм снят очень давно, в 1987 году, режиссером Владимиром Грамматико. В нем нет компьютерной графики, но очень хорошие комбинированные съемки и интересный сюжет. О чем этот фильм? Мальчик по имени Мио живет с неродными дядей и тетей, которые зовут его Басе. Его мама умерла, а где папа никто не знает. Через некоторое время Мио попадает в страну желанную, где проходит испытания, встречает своего папу и находит друга. А как это было, вы сможете узнать, посмотрев этот фильм. А песня из этого фильма в исполнении шведской группы Gemini была хитом очень долгое время. Всем удачи и всем пока! Смотрите наши следующие выпуски! С вами была Ольга Сергеева и Кинотрафик. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. А главное, смотрите хорошее кино и становитесь лучше!